Привет, мои дорогие, я к вам с новостями, поэтому так поздно. У нас закончился сегодня очередной марафон, марафон на скулы. Я выложу результаты, какие у девочек результаты. Я, если честно, просто в шоке, потому что в это сложно поверить. Какой получился овал, такой же четкий, как у меня, был поплывший вот такой овал. Вот, я хочу сказать, что у нас на следующей неделе больше не будет никаких марафонов. И мы очень четко, хорошо поработали, мощно, на славу. Вот. Единственное, что у нас 10 мая стартует марафон, где будет тело, уход за телом, лицо, уход за лицом, массаж. То есть все будет включено в одно, все мои секреты, чем я пользуюсь. И я хочу сказать, чтобы вы сейчас сделали скриншот, те, кто записался на тот марафон. Марафон называется «Тело», но это очень... скажем, ни о чем не говорит о том, что мы будем там делать, что понадобится вам, девочки, для того, чтобы мы на следующей неделе стартанули, чтобы у нас была красота. Итак, вот это все я использую для лица, потому что, по сути, я считаю, что... Многие меня спрашивают, кстати, про различные маски, бьюти-маски, да, и я могу сказать, что нет никакой бьюти-маски лучше той, что вы сделаете дома сами. Вам нужно будет купить аскорбиновую кислоту в ампулах. Я расскажу, как ее использовать для лица. Крахмал картофельный, глина белая, сливки, либо сметана. В принципе, сметана подойдет. Молочко. Масло. Желательно масла будут как использоваться. Желательно холодного отжима. Масло авокадо можно, масло виноградной косточки, кстати, можно его купить, оно подойдет. У вас на все это есть неделя. Вот я хочу, чтобы вы за неделю приготовились. Ну, я думаю, семена льна есть у всех. Я расскажу, как сделать крутейшие маски. Обязательно спирулину возьмите. У меня спирулина как раз-таки в ампулах. Не в ампулах, а как она называется? То есть это там как порошок, да? И, соответственно, мед, овсяная, как она называется? Овсяные хлопья. Можно сделать, кстати, алоэ вера, вот как вот, в принципе, растение, можно сделать да, это капсулы, спасибо, девчонки. Можно сделать из сока уже алоэ вера. Это мы все будем делать с вами. Далее. Очень плохое качество. Итак, в принципе, это все то, что нам понадобится для того, чтобы мы тут делали серьезнейшую красоту. На данный момент я сейчас буду снимать видео, потому что у меня есть небольшие такие вот как бы покраснения, у меня есть воспаление, вернее, прыщики появились. Вот. Тоже, в принципе, как у всех людей, да, вот есть прыщики, поэтому нужна маска спирулины. Очень круто помогает успокоить кожу и вообще для цвета лица она потрясающая. Так же, как и алоэ вера для цвета лица, это что-то самое лучшее, невероятное. Далее, есть маски, которые заменяют ботокс, просто вот подтяжка лица как раз-таки, и это все будет тоже в уходе. Сейчас я покажу, что... Такс. Зависла? Зависла или не зависла? Так, еще раз.